Дорогие слушатели, добрый вечер. Как меня слышно? Так, надеюсь, что слышно меня хорошо. Рад вас всех видеть. Приятно, что вы нашли время и пришли у нас в субботу вечер на такую интересную тему. И сегодня мы проведем четвертый, последний мастер-класс из серии «Как вы можете создать лендинг-пейдж буквально за один вечер», найти клиентов, соответственно, продать его и заработать на этом деньги. И сегодняшняя тема, которая будет освещаться, это привлечение клиентов из Яндекс.Директ, то есть каким образом мы можем настроить рекламные кампании так, что у вас будет постоянный поток людей, которым нужны ваши сайты, нужны ваши услуги. Я хочу сразу обратить ваше внимание, что тема эта будет актуальна не только если вы занимаетесь сайтами, но и любыми другими направлениями бизнеса, потому что из интернета сейчас приходят клиенты на все что угодно, начиная от автомобилей, заканчивая условно квартирами, домами и так далее. И сегодня наш вебинар будет вести Николай Спиряев, мощнейший спикер и практик заработка в интернете. Немножечко расскажу о Николае. Наше издательство сотрудничает с ним уже длительное время. За этот срок Николай выпустил у нас более 5 курсов, из которых 3 бесплатных и 2 являются платными. Вот 3 бесплатных курса вы можете с легкостью найти на нашем сайте и ознакомиться с профессионализмом автора. Вот. Также хотелось бы сказать, что Николай у нас за короткое время работы смог создать более 50 лендингов для своих клиентов, что говорит в пользу того, что, собственно, тема очень горячая, очень нужная и говорит о том, что Николай у нас профессионал в этом направлении. Если касательно рекламы Яндекс.Директ, Николай у нас также за короткое время создал более 70, если не ошибаюсь, рекламных кампаний в Яндексе с общим рекламным бюджетом более 1 000 000 рублей. Таким образом, это лишний раз подтверждает, что у нас сейчас мощнейший профессионал и специалист в данной области. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно, хорошего вам вечера, закройте ненужные все вкладки, чтобы они вас не отвлекали. Ну и, конечно же, по традиции, самым внимательным слушателям, которые у нас задержатся до конца нашего вебинара, будет очень приятный один подарок. Но, друзья, вы не пожалеете. Я передаю слово Николаю. Спасибо, Паша. Добрый день, вечер, дорогие друзья. Пожалуйста, скажите мне в чате, слышите ли вы меня или нет. Поставьте, пожалуйста, 2 плюсика, если вы меня слышите. Хочу увидеть ваши плюсики. Друзья, жду ваши плюсики и не начинаю пока. Пока вас еще поинтригую. Так, друзья, я так понимаю, у нас небольшая задержка немножко в трансляции. Видимо, вы меня слышите немножко с задержкой, поэтому в любом случае пока жду ваши плюсики. Я пока подготовлю презентацию. Так, готовлю презентацию. И вы тогда сразу, когда плюсики ставите, сразу отметьте, видна ли вам данная презентация, либо нет. Люба, пожалуйста, отпишись в чате, если она видна. Не в чате, вернее, а в скайпе, чтобы я услышал, что она видна. Если не видна, то не надо писать. Видна. Отлично. Что ж, друзья, тогда начинаем. Я проверю на всякий случай, видна она или нет. Ага, видно, все отлично. Поехали. Что ж, друзья, у меня сразу к вам вопрос возникает. Вот вы сегодня пришли на презентацию, вернее, не на презентацию, а на мастер-класс, который посвящен Яндекс.Директу. И наверняка у всех наступит понедельник, он буквально скоро. Завтра воскресенье, послезавтра понедельник. И я знаю, что у каждого с утра будет звонить будильник. Вот с утра вот у каждого будет звонить будильник и говорить о том, что пора вставать. Я, наверное, не ошибаюсь. И вот скажите, пожалуйста, какие мысли у вас возникают, когда звонит будильник? Вот прямо в чате сейчас пишите, я потом почитаю.
Вот какие мысли у вас возникают, когда звенит будильник? Я думаю, что это мысли не о том, что «О, здорово, опять звенит будильник», да? А мысли возникают о том, что «Ой, хотелось бы еще поспать хотя бы 5 минут, а лучше 10, а лучше еще полчаса», да? С неохоткой отключается будильник, вы встаете рано утром, и я, конечно, знаю, что, может быть, не все, но большинство едут на работу. То есть они встают и едут на работу. Какие мысли у вас возникают, когда вы приезжаете на работу? Первый день работы, понедельник. Какие мысли? Наверное, чтобы побыстрее закончился этот понедельник, чтобы я скорее приехал домой, скорее бы там, поужинал, увидел детишек. Может быть, там телевизор посмотрел. Я прав? Я вот сегодня экстрасенс такой. Знаете, так на самом деле, вот что потом вообще происходит, когда вот человек приезжает домой, обычно происходит следующая ситуация. Ну, там, как бы ужин, какие-то бытовые дела, потом сон. Потом наступает вторник, да? Опять звенит будильник, опять вы встаете, опять вы едете на работу. Там, может быть, мысли уже какие-то другие, что вроде как бы неделя началась, надо работать, но в любом случае, как бы, получается такой круг замкнутый. То, что каждый день большинство людей, я не говорю про всех, большинство людей делают одни и те же вещи. То есть они каждый день встают по будильнику, идут на работу, возвращаются домой, спят, там, смотрят телевизор. На следующий день одно и то же. То есть в итоге жизнь превращается в какой-то сплошной один день, да, день сурка. Видели, наверное, такое кино. Так вот, друзья, вообще к чему я это все завел? К тому, что все это можно изменить на самом деле. Все можно изменить, и сегодня я покажу вам, как это можно сделать. По сути, сделать это можно легко. Честно говоря, я когда-то вставал по будильнику, но вставал не на работу, а вот только на учебу. Да, вот. Только в студенческое время вставал по будильнику. Вот потом какое-то время я работал в сетевом маркетинге и тоже вставал по будильнику, правда. Но если сейчас взять последнее время, в котором я живу, последние 2 года, да, я забыл, что такое будильник. Конечно же, я им иногда пользуюсь, когда мне вот нужно действительно встать и там куда-то поехать, там, может быть, там, не знаю, договорились с друзьями где-нибудь поехать куда-нибудь отдыхать. Да, мы тогда встаем, либо на рыбалку собирать куда-то, либо еще куда-то лететь надо. То есть, да, тогда ставишь будильник. В других случаях будильник для меня не существует. То есть я просыпаюсь тогда, когда я закончил спать. Скажите, пожалуйста, кто мечтает вот о таком же? Кто хочет вставать тогда, когда он закончил спать, а не когда прозвенел будильник? Вот прям восклицательный знак поставьте. Как это сделать? Вот я сейчас переключился на второй слайд, он у вас сейчас появится. А на самом деле я вывел простую формулу. Формулу, которую я еще увидел в сетевом маркетинге. Она, в принципе, работает везде в жизни, в любой сфере деятельности, не только там в офлайне, она в интернет-бизнесе работает. Вообще везде. Вот где бы... Вот любую профессию возьмите, везде как бы эта мудрость работает, вот это пожелание, да. Необходимо научиться продавать, то есть научитесь продавать, не знаю, вот продавать можно все что угодно, да, продукт какой-то, услугу свою, вот все что угодно. И тогда вы всегда с деньгами будете, то есть тогда у вас не будет проблем с деньгами никогда, вы забудете об этих проблемах. Вы, в принципе, если правильно еще научитесь пользоваться этими деньгами, вы забудете, что нужно вставать по будильнику. Мысль понятна? Надеюсь, понятно. Поэтому едем дальше. И на самом деле мысль заключается в том, что вот чтобы научиться продавать в интернете, необходимо
осваивать определенные инструменты. Инструменты, которые есть в интернете, они в наличии, да, а просто нужно их освоить. И один из таких инструментов, про который я сегодня буду рассказывать, это инструмент, называется Яндекс.Директ. Яндекс.Директ – это мощнейший инструмент, просто обалденный инструмент, который я безмерно люблю, не просто так люблю, из-за того, что данный инструмент имеет просто колоссальные преимущества над другими подобными инструментами, либо вообще инструментами рекламы, которые есть в интернете. То есть Яндекс.Директ имеет просто достаточно серьезный перевес в моем видении, да, над другими видами рекламы в интернете. Вообще с помощью Яндекс.Директа можно создать действительно машину, которая будет зарабатывать вам деньги, причем данная машина будет работать 24 часа в сутки, даже когда вы спите. Представляете, вы спите, а механизм, который вы настроили, который вы один раз настроили, да, этот механизм будет работать на вас 24 часа в сутки. То есть, представляете, вы можете спать, можете есть, можете гулять, а этот механизм продает, и вы зарабатываете. Классная штука. Не убедил еще? Что ж, давайте постараюсь вас теперь убедить, почему все-таки Яндекс.Директ, почему он, я выбрал именно этот инструмент, а не какой-то другой. Представьте, что вы освоили данный инструмент. Что вы будете в этом случае иметь? Да? Что вы получите, когда вы освоите данный инструмент, когда вы будете его знать и уметь им пользоваться? Во-первых, вы перестанете вообще нуждаться в клиентах, вы забудете о том, что значит нехватка клиентов. Вы забудете о том, что где же взять мне клиентов, у меня есть что продавать, у меня есть услуга, я такой классный, я умею делать лендинги. И как же мне найти клиентов, как же мне продать? Причем продавать можно за разные цены. Как за 2000 рублей клиентов будет много, вообще отбоя не будет, вы запаритесь выполнять им заказы. Можно продавать за 10 тысяч рублей, клиентов будет чуть меньше, но в любом случае вы в любом случае не будете иметь все равно нужды, вы справляться не будете. Ну и можно продавать там и за 50 тысяч, и за 100 тысяч даже, в принципе, можно понаглеть. Но понятное дело, что за 100 тысяч не будут так покупать, как за 10, но в любом случае найдутся люди, которые будут покупать за 100 тысяч. Потому что рынок здесь... В принципе, практически безгранично он растет. А если вы знаете, как инструмент Яндекс.Директ работает, как с ним работать профессионально, то, в принципе, я думаю, вот такие вопросы, как «А вот как же так? Вот если сейчас все ринутся и будут заниматься лендингами, да, что же произойдет? Куда же? Где же мы возьмем на всех клиентов?» Понимаете, если вы разбираетесь в Яндекс.Директе, если вы понимаете, что такое ключевые фразы, сколько их вообще существует, какие они бывают, у вас таких вопросов возникать не будет. Вы поймете, что здесь в принципе, безграничный потенциал. Следующий момент, что вы получите, когда освоите Яндекс.Директ, вы перестанете нуждаться в деньгах. Это правда. Это правда, потому что, имея навык продаж, еще раз говорю, когда вы научитесь продавать, освоив Яндекс.Директ, вы научитесь продавать, вы в принципе перестанете нуждаться в деньгах. Вы забудете в том, что мне же нужно зарабатывать деньги, чтобы там завтра купить, там покушать семье, чтобы завтра купить одежду, чтобы завтра мне ребенка в школу отправлять, нужны деньги одевать. Я вам говорю на полном серьезе, потому что это мой личный опыт, я это прошел. Когда я освоил Яндекс.Директ, у меня проблема в деньгах, проблема в клиентах, она реально кончилась. Более того, вы сможете стать свободным человеком и действительно вставать тогда, когда вам хочется, а не когда звенит будильник. Вы сможете распоряжаться своим временем так, как хотите. Потому что в этом случае вам, в принципе, наскучит ходить на работу. То есть вы... Когда освоите Яндекс.Директ, когда вы сделаете в нем первые шаги, вы поймете, что, в принципе, какая нафиг работа, когда вы здесь зарабатываете в 3, в 4, в 5, в 10 раз больше, чем на работе, на которую ходите. И, в принципе, нафига такая работа?
Зачем она у меня время отнимает? Я лучше как бы это время займу какими-то другими делами, которые мне больше по душе. Теперь давайте разберем, что вы сможете, когда вы освоите Яндекс.Директ. Во-первых, вы сможете продавать свои или чужие услуги в интернет. То есть это абсолютно точно. Второй момент. Вы сможете настраивать рекламу за деньги. То есть вы сможете продавать свои услуги, опять же, услуги по настройке рекламы за деньги, введение рекламы за деньги в Яндекс.Директе. Причем это стоит достаточно хороших денег. То есть если вы хороший специалист, если вы действительно освоили Яндекс.Директ профессионально, то поймите правильно, да, такие специалисты, их очень мало в интернете. Поверьте моему опыту, поверьте опыту других там, интернет-предпринимателей. Ко мне вот обращаются очень много людей вот, с просьбой создать рекламные кампании. Поверьте мне, вот, понимаете, вот когда им создаешь рекламную кампанию, они офигевают просто. Они говорят, блин, Коля, где ты раньше был? Потому что для тебя мы там ходили в агентство вот, в Яндекс.Директ, да, мне там настраивали рекламу, я там просто слил деньги. Я вообще разочаровался в Яндекс.Директе, но как бы мне тебя посоветовали, я вот пришел, попробовал, да. Сразу скажу, да, если вот сейчас свинуться, да, настраивать с помощью меня рекламы, друзья, не получится, потому что у меня как бы, ну, не хватит времени на всех, мне нужно уделять времени семье. Вот. Если я берусь за какой-то проект, я ему уделяю как бы 100% внимания, и я не могу заниматься другими проектами. Вот. Поэтому поймите правильно, да? В любом случае, как бы освоить нужно самостоятельно. Если вы самостоятельно освоите, вы как бы забудете, что вам нужно искать там людей, которые это сделают. Вам не нужны будут эти специалисты. Также вы сможете работать с партнерками, с партнерскими программами. Есть такие штуки в интернете. Есть инфопартнерки, есть партнерки интернет-магазинов, есть другие разные партнерки. И то есть, что такое партнерка? То есть, вы рекламируете чужой товар либо услугу и получаете за это процент комиссионный за продажу. Вы сможете продавать товары, то есть вот, вы можете научиться делать лендинги, да, и затем на одностраничниках продавать товары из Китая, например. Вы можете сделать интернет-магазин и продвигать его в Яндекс.Директе, зарабатывать на этом деньги. Причем достойные деньги, поверьте мне, не 5 рублей. 100-200 тысяч можно заработать, 500 тысяч можно заработать. Также вы можете вообще продвинуть любой проект в интернете. То есть, в принципе, понимаете, когда вы становитесь профессионала в Яндекс.Директе, для вас вообще нет никаких проблем начать какой-то проект в интернете. Понимаете, вот для многих людей начать в интернете бизнес – это проблема. Проблема заключается в том, что вот я начну, а где мне взять клиентов? Вы, когда освоите Яндекс.Директ, у вас такой проблемы не будет, вы ее сразу снимаете. Так, мы вот все подбираемся ближе и ближе непосредственно к самому ценному, контенту, который я сегодня подготовил для вас. Но вот и последний шаг, вот перед тем, как мы перейдем к данному контенту, я вот хочу вас еще спросить один вопрос, потому что я думаю, что сейчас вот многие, кто сейчас на вебинаре присутствует, может быть, первый раз там столкнулись с Яндекс.Директом, может быть, никогда с ним не работали, и вот для многих есть определенные, ну, как бы, видения вот того, что ценнее в Яндекс.Директе. Вот что ценнее, вот как бы вот многие пришли с определенным ожиданием, что я сегодня скажу, да, вот, на данном вебинаре. И вот, соответственно, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот прямо пишите ответ широкоформатный, чтобы я потом прочитал и сделал определенные выводы. А что ценнее для вас, вот, фишки в Яндекс.Директе или полное и осознанное понимание процесса вообще создания рекламы? Вот как вы думаете, что ценнее, фишки или полное осознанное понимание процесса создания рекламы? Что даст больше результата? Что даст больше денег в итоге? Пожалуйста, вот сейчас прям попишите, я буквально 10 секунд подожду, и я потом дам ответ вам.
Еще раз, вот что ценнее для вас в Яндекс.Директе? Фишки какие-то? Вот фишки, вот, может быть, там фишка Яндекс.Директ, вы ждете какую-то секретную фишку, вот эту фишку внедрил и все, и деньги поперли. Или полное осознание и понимание процесса, как создается профессиональная реклама в Яндекс.Директ. Отвечаю на вопрос, который задал вам. Друзья, знаете, вот на мой взгляд, по моему видению, все фишки, они, конечно, хороши. Я не спорю, с ними можно делать определенные какие-то моменты, там, где-то выгадать, где-то там, как бы в определенных, знаете, ситуациях, да. Но если вы понимаете полный процесс создания рекламы, полностью это осознаете, как это делается, и делаете это так, то есть если вы выполняете этот процесс, как понимаете, да, вот, в правильном соотношении, то вы, понимаете, фишки вот эти вот становятся такими мелкими, такими маленькими. То есть они в принципе становятся, ну как вам сказать, ну, давайте так вот, полный процесс понимания создания рекламной кампании и выполнения этого процесса – это большой айсберг в океане. Вот представьте, большой айсберг в океане полностью. Там, вот, то, что там в глубине воды, там, в толщах воды, да, вот то, что наверху над водой. А фишки, вот сравнение, да, вот с айсбергом. Фишки Яндекс.Директа – это вот грецкий орешек. Если вы положите на этот айсберг, это как раз-таки будет фишки. Угу. Я надеюсь, понятно мое видение. Что ж, друзья, теперь переходим к тому моменту, вот как раз-таки к осознанному и пониманию, что нужно сделать, чтобы ваша рекламная кампания в Яндекс.Директе была прибыльной, чтобы она была эффективной и приносила вам не просто как бы заявки, а приносила действительно клиентов, которые хотят вас купить, которые хотят, что-то я сморозил, не просто любопытных пользователей, да, а людей, которые хотят у вас купить, которые хотят вам отдать деньги за ваши услуги, товары, там, и что вы там, что угодно предлагаете. А на самом деле есть всего три шага. Они простые до банальности, но как бы многие их не понимают. Я хочу донести эти три шага сегодня до вас. Первый шаг – это знание своего клиента в лицо. То есть вы должны осознанно как бы подходить к этому шагу. То есть вы должны, прежде чем создать рекламную кампанию, определить для себя, кто для вас целевая аудитория, кто ваш идеальный клиент, кто ваш клиент вообще в принципе. Вы должны заглянуть ему в глаза. Если вы этого не сделаете, вы не сможете создать рекламную кампанию, которая будет приводить вам действительно людей, заинтересованных в вашем предложении. Вы не сможете настроить эффективную рекламу, потому что вы не знаете, кто ваш клиент. Как можно настроить рекламу для клиента, если вы не знаете, кто он? Второй шаг – это найти как можно больше ключевых фраз под вашу рекламную кампанию, правильно их сегментировать и качественно обработать. То есть, если вот этот процесс, вот второй шаг – на самом деле это 70% успеха вашей рекламной кампании. Если вы его сделали спустя рукава, пипец вашей рекламной кампании. Сразу скажу, что действительно вот на вот этом шаге тоже многие сливают бюджеты свои, огромные бюджеты. Ну и третий шаг, который вы должны освоить в совершенстве. Вот эти шаги вы должны освоить в совершенстве. Не просто их понять, вы должны их выполнять на 100%. На 150%, на 200%. Третий шаг – это составить уникальное предложение. Вот рекламное предложение. Составить уникальное объявление. Вот причем, то есть, чтобы это объявление ваше отличалось от конкурентов. Чтобы не было там каких-то, знаете, вот, чтобы они не смешивались в серой массе конкурентов. Чтобы оно выделялось, ваше объявление. Чтобы оно было заметное. Чтобы оно было заметное, нужно оперировать выгодами в текстах объявления. Но об этом я сейчас чуть поподробнее расскажу далее. Давайте теперь по шагам разберем все это дело.
Во-первых, да, вот про клиентов. Зачем нужно знать своего клиента? Я вот здесь вот это уже приводил в прошлых вебинарах, ну, как бы пример показательный, я решил здесь еще раз это показать. Смотрите, друзья, вот запрос landing page, видеокурс. Скажите, пожалуйста, вот, как вы считаете, кто вот вбивает такой запрос, что он хочет? Вот пользователь, который вбивает такой запрос, landing page, видеокурс, что он хочет? На мой взгляд, человек, который вбивает такой запрос, хочет найти видеокурс по созданию, как создать landing page. Согласны? Так вот, друзья, обратите внимание на те объявления, которые выдаются в соответствии с данным запросом в Яндекс.Директе. Вот здесь показан блок гарантированных показов, и здесь вот 4 объявления, которые абсолютно как бы не отвечают к данному запросу. Они абсолютно как бы не определили себя данного клиента правильно. То есть, понимаете, все 4 объявления предлагают услугу по созданию лендинга. Услугу, не видеокурс, услугу. Тем самым человек, который вбил такой запрос, он, конечно, кликнет, может быть, по данному объявлению какому-то, просто ради любопытства. И человек, рекламодатель, получит просто любопытного пользователя. И как следствие, рекламодатель будет в недоумении. Ну, как бы пользователи идут, вроде как бы рекламный бюджет кушается, но почему продаж нет? Да потому что реклама показывается не тем людям, не тем клиентам. Я надеюсь, понятен этот момент. Едем дальше. Следующий шаг. Вообще, чтобы определить для себя, вообще, кто ваш клиент, необходимо составить портрет этого клиента. Не портрет целевой аудитории, а портрет одного идеального клиента. То есть представьте вообще, кто ваш идеальный клиент. Один человек. Давайте вот я быстро пробегусь по пунктам, которые вы должны определить, когда вы составляете портрет этого идеального клиента. Пожалуйста, если сейчас у вас есть ручка под рукой с листочком бумаги, обязательно это запишите, потому что это важно. Без этого, в принципе, дальше что-то делать вообще не имеет смысла. То есть без этого шага идти дальше и настраивать там Яндекс.Директ, искать ключи, вообще не имеет смысла. И вы сейчас поймете почему. Первый момент, первый пункт – это регион проживания вашего идеального клиента. То есть вы должны определить, где живет ваш идеальный клиент. То есть здесь, конечно же, вы должны исходить из того, на какой регион, допустим, вы предлагаете услуги свои, либо на какой регион продаете товары свои. То есть если вы, допустим, предлагаете услуги на все СНГ, то тогда регион проживания вашего идеального клиента – это все СНГ. Понятно? Следующий момент – это пол. То есть вы должны четко понимать, кто чаще всего будет как бы интересоваться вашим товаром, услугой. Потому что, понимаете, как бы для женского пола можно создать определенные тексты объявлений. Допустим, да, если вы знаете, что там 60, 70, 80% всех ваших клиентов – это женщины, то в таком случае можно действительно очень сильно сыграть в текстах объявлений, и тогда они будут более кликабельны, более как бы результативны в вашей рекламной кампании. Допустим, пример заголовка, да, для женского пола. Например, можно написать там, ну как, специально для женщин, либо специально для мужчин. Понимаете, если как бы женщина... пользователь, да, она обязательно обратит на этот заголовок внимание. Вот. Ну, про заголовки мы немножко позже поговорим, какая их цель. Сейчас просто должны понять, что как бы, нужно понимать, кто ваш идеальный клиент, какой пол у него. То есть, еще раз, если вы понимаете, что преобладает больше, там, допустим, мужской пол, либо женский пол, да, вот, в ваших клиентах, то, конечно же, определяйте его как мужской, либо как женский. Понятно. В любом случае, там, конечно, будут и мужчины покупать, допустим, если вы определяете женский пол. Но просто данный пол, он преобладает. Следующий момент – это возраст. Вы должны также понимать, в каком диапазоне возраста чаще всего покупают
ваши услуги либо товары. Это также важно, потому что, понимаете, если вы, допустим, показываете рекламу, которая нацелена на возраст там, более там, 35-40 лет, допустим, ваша целевая аудитория, ваш идеальный клиент это в возрасте более там, 40 лет, и вы будете в текстах объявлений использовать такие слова, как там, «зацени», да, там, ну, я не знаю, обращаться на «ты», да, к клиенту, то в этом случае, понимаете, ваши тексты могут стать неким таким раздражителем для вашей целевой аудитории, и они намеренно могут не кликать по вашему объявлению. Понимаете? То есть, как бы нужно также осознавать, какой возраст определять хотя бы примерно. Потом все эти как бы, моменты, вот пол, возраст, можно будет подкорректировать, когда у вас будут уже достоверные источники, да, статистики. Когда у вас уже, там, допустим, пройдет период тестовый в Яндекс.Директе, вы уже там будете видеть, кто преобладает там. Пол, да, какой преобладает клиентов ваших, какой возраст у ваших клиентов в основном. А далее, вы также должны определить вид деятельности. То есть, чем занимается ваш идеальный клиент? Вообще, кому было бы интересно, вот в какой деятельности, еще раз, какой деятельностью занимается человек, которому было бы интересно вот, ваше предложение? Этих деятельностей может быть там целый список. Прям целый список, вот прям много. И понимаете, чем больше эти деятельности вы определите, то есть, естественно, не нужно их там просто писать от балды, да, нужно действительно быть уверенным, что именно данной деятельностью, вот если человек занимается вот какой-то определенной там профессией, либо вот, не знаю, чем деятельностью, деятельность не всегда профессия, да, вот, каким-то делом, что вот этому человеку будет интересна ваша информация, интересна ваш продукт либо услуга. Понимаете, вот как бы вот этот пункт, он позволит вам очень серьезно расширить диапазон для поиска ключевых фраз в вашу рекламную кампанию. То есть вы, сделав данный пункт, определив деятельности вашего идеального клиента, вы, я сразу скажу на 100%, что вы просто опередите всех 95% рекламодателей в Яндекс.Директ. То есть вы их просто сразу на этом шаге сделаете. Вот. По обширности ключевых фраз вы просто возьмете охвата. Следующий момент – платежеспособность. То есть вы должны также понимать, на какой кошелек вы даете рекламу. Кошельки бывают трех видов. Так сказать, неплатежеспособный, среднего уровня и выше среднего, да, то есть высокого. То есть вы как бы должны также определить и понимать, для какого кошелька вы даете рекламу. То есть это тоже важный момент. Следующий как бы пункт, это даже не пункт, а вопрос, на который вы должны ответить. Причем этот вопрос как бы архиважно на него ответить, потому что исходя из этого вопроса, вы сможете определить потом, какие ключевые фразы брать в рекламную кампанию, а какие брать не стоит. Угу. Этот вопрос звучит следующим образом. Чего хочет ваш больше всего хочет ваш идеальный клиент? Вот чего он хочет? Вот когда вы ответите на этот вопрос, вы будете знать, что он хочет, у вас не будет проблем с определением, вот этот ключевой запрос, там, ключевую фразу брать в рекламную кампанию или брать ее не стоит. Вы будете точно знать, брать ее или нет. Если вы не ответите на этот вопрос, вы можете набрать там фраз, те, которые в принципе не должны быть в вашей рекламной кампании, которые в принципе не приводят вам целевую аудиторию. Они приводят немного другую аудиторию, любопытную. И все, вы сливаете ваш бюджет, тратите деньги бесполезно. Понимаете меня? Ну и, конечно же, нужно определить проблему. Проблема вообще, в чем проблема вашего идеального клиента. То есть понять, в чем его геморрой. То есть если вы поймете, в чем проблема, все, что нужно сделать, это просто дать решение этой проблемы. И в объявлении, да, даете решение проблемы, и человек
с удовольствием будет кликать по вашему объявлению, будет вам благодарен, потому что вы выделились среди конкурентов, да? Он нашел ваше объявление. И, конечно же, очень большая вероятность, что он сделает у вас заявку, если ему понравится ваш сайт. Потому что дальше, после того, как реклама сработала, уже работает сайт, лендинг, на который пришел ваш идеальный клиент. Но это уже другая тема. Едем дальше. Дальше вопрос, да, вот по второму шагу, по ключам. Где брать ключи, да? Где их искать, как их сегментировать? Что это вообще такое, да? Вот я вот тут подготовил краткий такой алгоритм рекомендаций, как нужно поступить, чтобы найти как можно больше ключевых фраз для своей рекламной кампании. Во-первых, да, необходимо, вот представьте, да, у вас есть одностраничник, да, лендинг, вы предлагаете там товар, либо услугу, либо еще что-то, ну, как бы, все зависит как бы от того, что вы продаете. Вот вы там что-то продаете, у вас там есть продающий текст какой-то, да, вот вы его писали, либо заказывали у копирайтера, ну, как бы это уже другая тоже тема немножко, не сегодняшнего вебинара. И ваша задача проштудировать ваш ресурс, либо чужой ресурс, если вы партнерку рекламируете, полностью вот от и до проштудировать его и постараться выделить оттуда как можно больше ключевых слов направлений, корневых слов направлений, я их называю, корни. Что такое корневое слово направление? Это одно слово, однословник в основном. Иногда бывает исключение, бывает двухсловник, но это как бы... рамки исключения, но в основном это одно слово, которое имеет абсолютно прямое отношение к вашему проекту. Например, вы создаете, вот, как бы предлагаете услуги по созданию лендинг-пейдж, то такие направления, допустим, как сайт, лендинг в английском написании, да, то есть это будут однословные слова направления. То есть именно вот такие вот слова нужно собирать. То есть собрать их в список. Большой-большой список. То есть как можно больше постараться собрать. Далее. Вам необходимо будет, после того, как вы собрали список со своего продажника, необходимо будет расширить этот список. Необходимо его расширять. То есть это, как бы на этом процесс сбора этих слов направлений не заканчивается. Его нужно расширять. То есть нужно как можно больше этих направлений набрать. И как бы следующий шаг – это расширение с помощью сервиса WordStat, yandex.ru. То есть расширение там делается с помощью так называемого эх, да, это правый столбец выдачи. Вы там стараетесь найти, вот вы вводите поочередно каждую свою вот эту слово направление и стараетесь найти в эхе какое-то дополнительное слово направление, которое вы еще не взяли для себя в список, то есть которых у вас еще нет в списке. Следующий как бы момент, когда вы закончили вот этот процесс, второй шаг, следующий, как бы, следующая возможность расширения списка вот этих слов направления, это словарь русских синонимов. То есть вы можете прямо в Яндексе вбить словарь русских синонимов, такой ключевой запрос, да, и выбрать любой там словарь русских синонимов. И потом опять же поочередно из списка вбивать туда ключевые вот эти вот корневые запросы, однословники, да, и... постараться вот в синонимах найти какие-то подходящие для вашей темы, опять же, корневые направления. И, опять же, включить их в список, если их у вас еще нет. Следующий момент. Когда вот все вот эти три шага вы проделали, можно проделать еще один шаг. То есть можно пойти в Яндекс, позабивать там запросы такие, допустим, как... ну, какие-то целевые запросы по вашей тематике и как бы проштудировать там первых 5-10 страниц именно поисковой выдачи. Не Яндекс.Директа, да, не выдачу Яндекс.Директа, а именно поисковую выдачу и постараться на этой выдаче найти как бы дополнительные вот, словонаправления, которые вы еще не включили в свой список. Все, вот вы составляете сначала список слов направлений. К поиску ключей мы пока еще не перешли. Сначала идет непосредственно список. Далее уже, когда этот список составлен, только после этого переходится,
переходим к поиску вот этих вот ключевых фраз. Да, ну я забыл еще сказать, что когда вы список слов направления составили, вам необходимо их еще сортировать. То есть есть как бы направления, которые относятся непосредственно к вашей теме, то есть они очень плотно относятся к вашей теме. Такие слова направления нужно определить как основные. А другие направления, которые вы нашли, их как бы отделяете и как вспомогательные. Вот. То есть это как бы удобнее будет потом сортировать ключевые фразы. То есть вам, в принципе, это будет удобнее в работе в дальнейшем. Следующий момент уже переходится к поиску ключевых фраз. То есть необходимо будет искать эти ключевые фразы, как бы используя список слов направлений. То есть вам необходимо, опять же, брать каждую фразу и использовать ее для поиска. Обычно я раньше использовал WordStat сначала, использовал для поиска. То есть затем я использовал Magadan, была такая программка. Кто-то использует K-Collector. Ну, честно говоря, программу, вот мы на прошлых вебинарах спрашивали, там, какие программы вы используете для поиска. Сейчас от программы я отказался, Magadan я не использую уже давно. Вот, и, честно говоря, вот сейчас я наткнулся на такую вещь, что можно как бы искать, вот, прорабатывать фразу, производить поиск и обработку ключевых фраз с помощью сервиса непосредственно от Яндекс.Директа. Этот сервис называется «Прогноз бюджета». Офигенный сервис, я вам скажу. Не в плане того, что там как бы классно можно как бы спрогнозировать свой бюджет на рекламу. Нет, он прогнозирует бюджет отвратительно. Но найти там ключевые фразы и обработать можно в разы быстрее, вот просто в разы быстрее, чем в том же WordStat, либо как бы используя те же программы. Причем обработать их даже качественнее, да. Не, качественнее вряд ли, но быстрее. Быстрее, потому что здесь как бы вы на полуавтомате, как бы сервис, многие вещи, которые вы раньше делали вручную, он забирает как бы их на себя и за вас их делает. Угу. Конечно же, в рамках данного вебинара я не могу показать, как им пользоваться, но все это дело я покажу вот прям по шагам на тренинге. Причем в тренинге я там вот специально вот как бы взял самые тяжелые, самые высокочастотные слова-направления и как бы показываю непосредственно, вот какие проблемы могут возникнуть, как их решить, как избавиться там от этих проблем. Как, в общем, причем примеры там получились настолько показательные, настолько яркие, что, ну, не знаю, думаю, любой человек сможет там разобраться и как бы вопросов вообще потом не будет возникать, как обрабатывать и где искать ключи. Вот, сейчас же я как бы эту тему дальше прохожу. То есть, просто сказал, что она есть, ну идем дальше, да. Дальше вы должны понимать, да, что такое сегментация ключевых фраз. Вы должны понимать, как бы если вы все фразы возьмете как бы, и запихнете в рекламную кампанию, то из этого тоже ничего хорошего не получится. То есть если вы по всем фразам поставите одну и ту же цену клика, получится также ерунда. Но, как бы, понимаете, есть фразы, которые приводят вот прям горячих клиентов, которые, пользователи, вернее, которые хотят купить вот у вас вот прямо сейчас, вчера хотят купить. Есть люди, которые еще не поняли, хотят они купить или не хотят. Вот. А есть люди, которые, ну, как бы, ну да, можно купить. Можно подумать. Но это я утрирую все. В общем, есть фразы, которые называются горячие. То есть это те фразы, по которым можно четко понять, что человек хочет. И если эта хотелка, так сказать, является для вас целевой, то, естественно, это фраза, которая стоит взять, это горячая фраза. То есть примеры таких фраз, вот, то есть если фраза содержит такие слова, вот, допустим, для интернет-магазинов, да, вот если вы продаете товары, если фраза содержит такие слова, как купить, заказать, заказ, интернет-магазин, там, доставка, цена, то это суперцелевые фразы для товаров, для товарной ниши, да. Если вы предлагаете услуги, допустим, создание сайтов, то здесь, да, какие слова будут
с какими словами фразы будут супер целевыми, супер горячими, да? Это такие фразы, вернее, слова, как заказать, заказ, там, цена, стоимость и тому подобное. Пример вот такой, таких фраз вот я привел ниже, да, допустим, лендинг пейдж заказать, создание лендинг пейдж цена. То есть это очень достаточно горячие фразы, которые приводят достаточно таких пользователей, которые готовы купить сейчас. Надеюсь, понятно, да? Едем дальше. Следующий сегмент, следующая группа ключевых фраз – это неопределенные ключевые фразы. То есть те фразы, по которым, ну, не совсем ясно, чего человек хочет, но абсолютно четко понятно, что человек интересуется вашей нишей, вашей темой. Примеры таких фраз, допустим, вот лендинг пейдж. Вот человек вбил в Яндекс запрос лендинг пейдж. И в принципе фиг знает, что он хочет. Вот что он хочет, вот как можно определить, что хочет человек, когда вот он вбивает лендинг пейдж? Может быть, он хочет посмотреть картинки лендинг пейдж. Может, он хочет научиться делать лендинг пейдж. Может, он хочет заказать лендинг пейдж. Понимаете? Непонятно. Но совершенно ясно, что в данной фразе есть часть целевой аудитории вашей. Правда же? Есть. И как бы там уже есть определенные алгоритмы, как сделать так, чтобы эту часть выделить, так максимально к ней приблизиться, чтобы убрать как можно больше с этой фразы любопытных людей. А как сделать так, чтобы вот осталась только вот максимально целевая аудитория? Это все, кстати, в тренинге я рассказываю. Смежные фразы. Смежные фразы – это те фразы, которые, ну, как-то соприкасаются с вашей тематикой и, ну, вроде как бы могут заинтересовать вашего пользователя, вашего клиента. То есть, например, если брать тему, опять же, создания сайтов, создания лендингов, да, вот, допустим, пример фраз смежных – нужен верстальщик, например, да, то есть или верстка сайта. Угу. То есть человек, как бы, может быть, не хочет создать лендинг, но он хочет с готового дизайна сверстать сайт. И в принципе, он подходящий клиент для вас. Потому что, используя ту же тот же Muse, можно очень легко сверстать дизайн. За несколько часов можно в дизайн сверстать готовый запросто. Даже не с фотошопного формата, даже с картинки. Вот. Ну, с картинки тяжелее, но с фотошопного легче. Ну, с картинки тоже возможно. То есть с этим моментом разобрались, надеюсь. Разобрались, что как ищутся ключи, как бы алгоритм, думаю, понятен, да. Понятно, как их сегментировать, какие группы сегментации для сегментации бывают. Теперь переходим к пониманию, к некоторым формулам, которые также многие рекламодатели оставляют за бортом, которые многие рекламодатели в том же Директе не используют. Но поверьте мне, данные формулы доказали свою эффективность очень серьезно. То есть они, вот допустим, первая формула, да, ключевая фраза равно ваше объявление равно странице сайта. Данная формула просто, ну, следуя данной формуле, понимаете, вы, во-первых, вы будете проходить модерацию вот, в Яндексе, ну, как бы в разы проще. Потому что если данной формуле вы не следуете, Яндекс будет вам придираться. Это первый момент. Вот такой. Второй момент. Если вы данной формуле не следуете, Яндекс вас пропускает, клиент будет плеваться. То есть пользователь будет плеваться. То есть представляете, да, он вбивает фразу, вот тот же лендинг пейдж видеокурс, да, и видит объявление, не соответствующее ему запросу, да, вот. Мы создадим вам лендинг пейдж за 15 тысяч рублей. Он, да нафиг он мне нужен, мне нужен видеокурс, я хочу сам научиться, понимаете? И у него идет несоответствие. Понятно? Вот, поэтому ваше объявление должно точно соответствовать ключевой фразе вашего пользователя. Далее, допустим, ваше объявление соответствует пользователю, да, допустим, вы
вот как бы тот же запрос, да, лендинг пейдж видеокурс, вы создаете вот там видеокурс лендинг пейдж, ну, короче, создаете под этот запрос объявление, но страницу ставите, допустим, видеокурс по созданию сайтов на Joomla. Что получается? Получается, что вы не оправдали ожидания клиента. Клиент кликнет по вашему объявлению, но он, в принципе, даже не станет заморачиваться чтением вашей страницы, он ее закроет и пойдет дальше. То есть вы получите пользователя на свой сайт, как бы все замечательно, потратите деньги, но не получите клиента, пользователя, который заинтересован в вашем предложении. Надеюсь, понятно, да? Вторая же формула, одна ключевая фраза равно одно объявление, данная формула в разы увеличивает кликабельность ваших объявлений. То есть оно просто, понимаете, когда ваше объявление кликабельно, вы в глазах Яндекса становитесь классным рекламодателем, потому что растет так называемый CTR, это параметр кликабельности ваших объявлений. И Яндекс это видит, он видит, что объявления кликаются, ему это выгодно, и он может вам как бы впоследствии, не то что может, он вам сделает впоследствии скидки, как бы если по вашим объявлениям будет высокий CTR, и как бы вы будете получать больше пользователей на ваш ресурс за те же деньги, которые могли бы потратить, да, за меньшее количество. Надеюсь, понятно, да? Вот. Конечно же, здесь также есть определенные исключения, но о них я также сейчас пока упоминать не буду. Ну, скажу, они есть, но, так сказать, они незначительные. То есть на каждую ключевую фразу создается объявление. То есть, когда вы создаете под каждую ключевую фразу объявление, то есть вы можете обыграть там эту фразу таким образом, что человек действительно, как бы, вот это соответствие, ключевая фраза равно ваше объявление, сделать действительно идеальным равенством. Понятно, надеюсь, да? Далее переходим к третьему пункту, да, вот про который мы говорили, можно сказать, практически в самом начале, это будьте уникальны, да, вот нужно составлять действительно уникальные объявления, уникальные продающие объявления, которые будут бить в цель, в вашу целевую аудиторию. Давайте теперь подробнее разберем. Во-первых, да, в Яндексе есть определенные, ну, как бы ограничения, что ли, вот по символам для заголовка и символам для текста объявлений. Для заголовка это 33 символа, для текста 75. Задача заголовка, вот я обещал сказать, в чем вообще цель заголовка, задача в чем в нем, да, вот специально для женщин, помните? Так вот, задача заголовка – остановить внимание человека. То есть, понимаете, вот человек, вот себя просто поставьте на место вашего клиента и представьте, вот вы что-то ищете, вбиваете в Яндекс, как вы ищете? Вы бегло просматриваете объявление, извините, вы бегло просматриваете объявления, да, и если какой-то заголовок этих объявлений у вас остановил ваше внимание, то тогда вы уже читаете текст. Понимаете, пока заголовок не остановил внимание, вы текст не читаете. То есть вы просто пропускаете мимо. Так вот, есть определенные рекомендации по составлению заголовков. Пожалуйста, запишите их и используйте. Первое. Обязательно используйте ключевые фразы вот в заголовке. То есть это не значит, что вы должны полностью взять ключевую фразу и зафигарить ее в заголовок. Нет. Нужно, как бы, если ключевая фраза здоровенная, то есть, ну, допустим, для видеокурса, да, по созданию лендингов, как создать лендинг-пейдж самостоятельно. То есть такая здоровенная фраза, да? Как ее запихать в заголовок, если там у нас ограничение 33 символа? Никак. И это и не нужно делать. Нужно выделить смысловую нагрузку данной фразы. То есть на каком слове фраза несет всю свою смысловую нагрузку, это слово взять и как бы взять ее в заголовок и обыграть в заголовке. И второй момент.
Второе, как так сказать, рекомендация. Заголовок обязательно должен отличаться от конкурента. То есть вы, прежде чем составлять по какому-то ключу заголовок, вы просто, ну, хотя бы просмотрите, какие заголовки, какие объявления у ваших конкурентов. Потому что если будут одинаковые заголовки, то, в принципе, будет ерунда. То есть люди будут их пропускать. Конечно, кликать будут, но будут кликать на порядок хуже, нежели если вы воспользуетесь моими рекомендациями. А следующий момент. Вот я тут показываю пример, да, вот составление объявления. Ключевая фраза. Заказать лендинг пейдж. Объявление. Нужен лендинг пейдж. Делаем лендинги, которые умеют зарабатывать деньги. Узнайте больше. Ну, это вот пример. Так, едем дальше. По заголовкам. Какие заголовки у нас бывают? Какие заголовки у нас работают? Во-первых, заголовок бывает вопросительный. Кстати, классный заголовок. Рекомендую его использовать. Хорошо работает. Пример заголовка вопросительного. Нужен эффективный лендинг пейдж? Нужен. Остановили внимание. Следующий заголовок. Выгода. То есть в заголовке показывается выгода. Лендинг пейдж с высокой конверсией. То есть выгода, как бы высокая конверсия. То есть человек наткнется на заголовок, ага, если ему нужна действительно высокая конверсия для лендингов, он остановится на этом заголовке. А далее есть такой заголовок, как интрига. Допустим, пример. Наши лендинги умеют делать деньги. Ага, интрига. Заинтриговали человека, да? Ну и заголовок смесь. А нужен продающий лендинг? Вопрос. Звоните. Восклицание. То есть вы как бы, ну, два в одном. Вопрос и сразу призыв. Вот такие вот заголовки, это рабочие заголовки, их как бы можно использовать, и вы можете моделировать свои заголовки, как бы исходя из вот таких вот как бы пунктов, которые я сейчас вам озаглавил. А далее переходим непосредственно к определенным рекомендациям по составлению текста. А я вам рекомендую следующее. Что необходимо сделать, прежде чем вообще как бы приступить к созданию текста для ваших объявлений? Я вам рекомендую следующее. Вы зайдите в поисковую машину Яндекс и начните вбивать там запросы с такими приставками, допустим, как выбрать там какой-то товар, либо там, ну, либо можно по принципу, по фразам ключевым каким-то целевым подбивать ключевые фразы свои и как бы попробовать найти, просмотреть выдачу в Яндексе, опять же, выдачу поисковую, не директ, поисковую, просмотреть там 5-10 сайтов, проштудировать их и постараться как бы найти вот в текстах, которые вы читаете, постараться найти какие-то выгоды. Вот для многих проблема найти выгоду. Проблема состоит в чем? Как бы многие не могут отличить выгоду и свойства там, товара, либо как бы, ну, в основном товара. Не могут определить, вот, в чем же как бы, различие между свойствами товара, там, не знаю, конкурентными преимуществами товара, да, и выгодами. Выгоду на самом деле определить очень просто. Задайте вопрос. Вот какую проблему мне может решить данный товар либо услуга? И вот ответ на данный вопрос, ответы даже, я бы так сказал, то есть будет являться выгодами. Все остальное это конкуренты и преимущества. То есть характеристики товара, то есть особенности его такие, допустим, что там можно приготовить за 10 минут. Это конкурентная особенность. То есть это не выгода. Допустим, что там не перегорает пища. Тоже это конкурентная особенность. Это невыгодно. Ну, это я вот как бы на примерах товарах, на товарах показываю, потому что здесь проще показать, более показать. На лендингах сложнее показать. Вот. Но как бы, чтобы вы поняли, уснили этот момент. Понятно, да?
Далее, рекомендую также, прежде чем, опять же, перейти непосредственно в интерфейс Яндекса и начать составлять там тексты и заголовки, я рекомендую вам 3-5 текстов прописать, составить на основе выгод. И затем эти тексты моделировать уже, когда вы будете составлять свои эти тексты уже непосредственно в интерфейсе Яндекса для каждой ключевой фразы, вы там уже можете моделировать под каждую ключевую фразу эти тексты. То есть, так сказать, подгонять их, шлифовать под ключевую фразу. Угу. Надеюсь, понятно. Если непонятно, ничего страшного, в тренинге я все это прям рассказываю вот от и до, прям разжевываю. Вот. Более того, если у вас вопросы там появятся, мы их разберем, разжуем, пока не поймете, не уйдете с тренинга. Далее. Текст у нас имеет 75 символов, да, ограничения. И текст, вот цель этого текста вот, отличается от цели заголовка. Цель текста – вызвать определенные такие эмоции у человека, которые подталкивают его кликнуть по вашему явлению, кликнуть и купить, вызвать желание, что вот я хочу воспользоваться этой выгодой, я хочу иметь эту выгоду у себя. Вот. Рекомендации по составлению текста следующие. Также в тексте необходимо использовать ключевую фразу, либо часть ключевой фразы, на которой лежит смысловая нагрузка. Это также обращает внимание клиента, пользователя. Не пишите в тексте характеристики, пишите выгоды, об этом я сказал уже. Текст нужно делать исключительно для вашего идеального клиента. То есть, понимаете, как бы тексты также составляются, вот вы открываете портрет своего идеального клиента и держите его перед глазами. То есть вы как бы должны видеть соответствие между портретом вашего идеального клиента и текстом вашего объявления. Ну и также ключевой фразы. Ну и, конечно же, нужно использовать призыв в каждом объявлении. Обязательно используйте призыв в каждом объявлении. То есть я просто знаю, что многие рекламодатели не используют эти призывы. То есть это значительный минус. Потому что призыв нужно использовать, он, так сказать, подталкивает человека кликнуть по вашему объявлению. Не нужно писать призывы, там, жми, кликай, они сейчас, вот, если раньше они, может быть, работали, сейчас они не работают нифига. Они, наоборот, как бы отталкивают. Лично меня они очень сильно нервируют, я под таким объявлением вообще не кликаю, даже если что-то ищу, если что-то мне надо. Вот, то есть лучше использовать призывы, которые нацелены, ну, как бы, не на то, чтобы человек кликнул по вашему объявлению, а на то, чтобы как бы, призвать его получить о том, что вы как говорите в объявлении. Угу. Например, вот я тут привожу пример такого вот текста объявления. Это текст объявления, то есть это без заголовка. Например, нужен продающий лендинг, вот фраза «заказать лендинг-пейдж», да, мы составляем текст. Нужен продающий лендинг, удвоим ваши продажи или вернем деньги, звоните. То есть выгода, да? Выгода очевидна для человека. То есть ему нужны продажи, он хочет денег заработать. Вот. То есть вы ему говорите, мы удвоим ваши продажи, то есть удвоим ваш доход или вернем деньги, еще и гарантию. Как вы считаете, человек захочет кликнуть по этому объявлению? С объявлением, с таким текстом? Я думаю, захочет. Ну, в любом случае, нужно тестировать. Тестировать. Везде как бы оценку дают уже конкретно 100% пользователи. Ух ты! По сути, смотрите, я вот вам описал три шага, которые... Так, секрет, я покажу. Я вам описал три шага, которые нужно сделать. Это основа основ. Понимаете, если вы вот это не поймете, если вы вот это не сможете сделать правильно, все остальные фишки, все остальные как бы плюшки, это все фигня. Вы не сможете как бы сделать тогда достойную рекламную кампанию, которая будет работать так, как вам надо, которая будет работать 24 часа в сутки и приносить вам прибыль, а не просто жрать ваш бюджет. Надеюсь, понятно, да? А теперь, друзья, вот для меня, вот я для вас приготовил такую классную штучку. Я думаю, что она многим сейчас понравится, очень многим. Вещь здоровская.
рекомендую использовать. Эта штука, так сказать, вы сэкономите порядка 6 тысяч рублей на рекламной кампании. То есть, представляете, вы запускаете рекламу по, допустим, созданию лендинга, определяете бюджет, да, и как бы вам Яндекс, помимо того, что вы там положили денежку, она вам еще 9 тысяч на рекламную кампанию вложит. Так вот, вы ложите на свою рекламную кампанию там 3,5 тысячи рублей, там НДС забирается, остается 3 тысячи, то есть 3 тысячи ложите, получается, на Яндекс.Директ, и Яндекс.Директ вам еще подарком. Держи, дорогой, тебе еще 9 тысяч, так сказать, пользуйся. Классно? Хотите так? Ну вот вам. Я вот вам даю сайт. Вот видите, да, вот сейчас у вас на слайде адрес прям сайта. adv.im. То есть это определенный посредник, где можно купить так называемый купон. Купон, то есть, знаете, да, наверное, есть сервисы, там, купи купон, там, Groupon, товарный сервис, где там купон покупаешь, потом со скидкой покупаешь там какой-то товар. Так вот, вот эта штука, это для Яндекс.Директа. То есть вы можете купить купон. Купон стоит 2900 рублей. Номинал 9000 рублей у него. Вы купон покупаете 2900 рублей. Вы затем ложите на счет Яндекса 3500. На счет падает 3. И Яндекс вам еще должен туда докладывать 9000 рублей. Но здесь есть определенные преимущества. То есть определенные как бы условия. Обязательно нужно, чтобы ваш аккаунт в Яндекс.Директе был новый. То есть вы должны с нуля создать аккаунт, самый новый. И второй момент. Этот линк, который ссылка на сайт, должна как бы, домен должен быть чистый. То есть там не должно быть никаких там карм. Там должно быть, чтобы домен этот вообще никогда не рекламировался в Директ никем. То есть вы должны этот домен зарегистрировать впервые и как бы разместить его в Яндексе. И тогда Яндекс вам доложит 9000 рублей к вашим трем. В итоге получается, смотрите, вы, грубо говоря, потратили 6440 рублей и как бы получили 12. Ваша выгода 5560 рублей. Согласитесь, неплохо. Я могу вам сказать, вот в рассылке вы получали такую штуку, что 3000 рублей, как за 3000 рублей заработать там как бы 200 тысяч. Я вам могу сказать, что вот используя данный купонный сервис, да, вот используя вот эти купоны, вы сможете вот, получить 12 тысяч рублей. То есть представьте, 12 тысяч рублей у вас на счету. Я могу сказать, что с таким бюджетом получить заказов на 200 тысяч рублей по созданию сайтов вполне реально. Даже я могу сказать, что я получал объем в 300 тысяч с бюджетом $50. Прикольно, да? Так что все это реально, друзья. И я покажу на тренинге, как это сделать. Если сейчас вы узнали, что надо сделать, не узнали как это на самом деле долго, мне не жалко, я могу поделиться, но это будет очень долго. Как бы вы не поймете даже, если сейчас буду говорить, что и как делать. Потому что как бы этим нужно проникнуться, нужно действительно там работать, нужно это делать. И как вам сказать, понимаете, вы... Вот в рамках данного вебинара вы вряд ли сейчас прям пойдете и создадите рекламную кампанию офигенную. Вряд ли. Если у вас нет опыта создания в Яндекс.Директ, если вы этого никогда не делали, либо делали и делали безуспешно, то я вам могу сказать, что вот то, что я вам сказал, оно ценно для вас сейчас. Ценно. Но нужно понимать еще, как это сделать.
Как правильно обработать ключевые фразы? Как правильно составить вот объявление? То есть прям на примерах это показать, то есть прям это на практике отработать. Если вы как бы не знаете как, ну, как бы это тяжело сделать. Конечно же, я не исключаю, что вы сможете это сделать. Как бы это реально, я же сделал. Но я могу сказать, что я сделал, как бы не, я много учился, я проходил разные тренинги, я проходил разные курсы, изучал, дофига их изучаю, до сих пор изучаю. И как бы, как вам сказать, сейчас я выражусь. По сути, смотрите, по сути, весь спектр, вот тот же Яндекс.Директ, вы можете самостоятельно там пойти набивать шишки, вы можете пойти сливать бюджеты, понимаете, если вы не знаете как, вы будете сливать бюджет. Будете. Потому что шишки в Яндексе – это деньги. Вы Яндексу отдаете деньги за, как бы, за уроки. Яндекс вас учит тем, что вы сливаете бюджет. Понимаете, да? Так вот, друзья, если вы, как бы, вы также можете пойти учиться по бесплатным курсам. Пожалуйста, вперед. Вы можете пойти учиться по курсам, которые уже там 2-3 года давности, год давности, даже полгода давности. Это, понимаете, это вещи, которые, там многие вещи уже устарели. Я серьезно говорю. Сейчас многие вещи, которые работали там тогда, сейчас уже не работают. И другой этап развития. Вы можете взять мои знания, вы можете взять мой опыт, определить, как отработать это на практике, в тренинге, как бы закрыть все свои вопросы, которые у вас появятся, как бы разжевать просто полностью для себя тему Яндекс.Директа и раз и навсегда решить вопрос с деньгами, решить вопрос как бы с начальниками, которые там на вас кричат, да, решить вопрос вообще, в принципе, если вы хотите поменять деятельность, решить вопрос с клиентами. Более того, я вот тут слайд следующий переклинул, да? Это группа по директу ВКонтакте. То есть для тех людей, кто будет участвовать в моем тренинге, который вот состоится уже буквально, начнется в понедельник, я вам могу сказать, что вы попадете в группу по Яндекс.Директу. Что это за группа? Это группа особенная, она только для клиентов. И я могу сказать, что туда левые люди туда не пройдут никак, вообще никак. То есть они туда не залезут. Это говорит о том, что все люди, которые там будут, они будут компетентны в Яндекс.Директе, потому что они пройдут все мои курсы и тренинги. Они будут обладать тем сегментом знаний, которым обладаю я. И, естественно, все они смогут делиться своим опытом. И вы сможете делиться своим опытом, потому что вы его получите, вы будете отрабатывать его на практике. Более того, когда тренинг закончится, вы, конечно же, как бы закончится доступ к моим к вопросам, да, и ответам моим, которые я буду отвечать вам на тренинге, там, в видеоформатах, в письменном варианте, как по-разному, да, в зависимости от ситуации. Здесь же вы получаете, ну, можно сказать, пожизненный доступ, так сказать, к моей голове, что ли. И вы не останетесь здесь в тупике. Вот если вы, допустим, так сказать, возникла у вас какая-то сложность, вы не знаете, как ее решить, вы всегда сможете задать вопрос. И раз вы мой клиент, я вам всегда помогу. Более того, здесь будут еще разные другие вкуснятины, о которых я сейчас вам не говорю, но они будут, поверьте мне, будут. И те, кто сюда не попадет в данную группу, просто будут потом кусать локти. И я откровенно говорю, что плеваться будут тем, что они не попали в эту группу. Так. Ну и также я вам сразу говорю о личной гарантии, что скажу так, друзья, я прошел опыт интернет-предпринимательства. Вообще предприниматель, наверное, уже с 8-летним стажем. В принципе, как бы с офлайна начинал. Прошел путь сетевого маркетинга, там прямые продажи у меня были, потом интернет и
я как бы начал сразу с создания сайтов, да, то есть я занимаюсь вот этой нишей уже более 3 лет. И колоссальный опыт у меня уже тут есть. То есть я знаю, кто клиент, я знаю, где его взять, я знаю, что ему сказать. Я знаю, как с ним работать, чтобы он стал постоянным. Я знаю директ, я знаю, как его настроить профессионально, чтобы вы действительно как бы получали клиентов. Я знаю, как делать сайты, чтобы клиентам они нравились. Причем не нужно быть тут дизайнером каким-то, либо еще каким-то гением. Все, что нужно, желание ваше. То есть я вам даю 100% гарантию, что вы сможете перенять мой опыт. Я вам его разжую. Вы сможете его применить. Вы сможете получить точно такие же результаты, которые я получаю. Может быть, не сразу, но постепенно вы придете к моим же результатам. Более того, результаты у вас будут, в принципе, сразу. Заработать там 10 тысяч рублей, то есть оправдать тренинг, вложение в тренинг, вы оправдаете, кто-то оправдает больше масса, 50-60% вот участников, они оправдают тренинг, вложение в тренинг уже на тренинге, на самом. Вот. Те, кто не успеет оправдать его на тренинге, они оправдают в течение там 1-2 недель. Оправдают, а потом все будет в плюс. Только в плюс, и вы, в принципе, понесете эти знания, эти навыки, навыки с директом, которые бесценны, которые вы сможете применять не только для продвижения своих услуг по разработке сайтов, вы сможете их применять в разных сферах, еще раз повторюсь, партнерки, там, продажа товаров с Китая, там, не знаю, разные можно, все что угодно можно придумать. Продавать рекламу можно, вот, довесок к лендингам, это будет больший средний чек ваш. Угу. Понятно? Вообще, друзья, я знаю, что многие боятся. Я знаю, что многие боятся начать. Но если вы не начнете, ничего не изменится. Ничего не изменится. Нужно начинать. Я согласен, да, вот есть такая мудрость. Чингисхан когда-то сказал: боишься — не делай, делаешь — не бойся. Я добавлю, не надо бояться, нужно сделать первый шаг. И потом страх пропадает. Понимаете, вот есть вот публичные выступления, да, вот когда вот публичное выступление, это вот страх перед публичными выступлениями, это очень-очень как бы тяжело преодолеть его, как бы приценивается к страху смерти. Но когда ты выходишь, вот честно, вот я вчера, позавчера проводил вебинар, для меня было безмерно тяжело начать. Я начал, я потерялся, я не знал, что говорить. То есть у меня был план, но я потерялся, не знал, что говорить. Вот, честно признаюсь. Но когда ты начинаешь говорить, когда ты начинаешь вот что-то делать, начинаешь, делаешь первый шаг, потом ты входишь в колею, у тебя страх проходит. Этот страх исчезает, и все начинает получаться. Я абсолютно уверен, что если вы примете решение начать, даже не если, когда вы примете решение начать, то вы, у вас все получится. У вас просто сейчас есть уникальная возможность взяться за руку со мной и пройти этот путь быстрее. Не потратить там 3 года, которые я потратил, а пройти этот путь за месяц. За 1 месяц, 3 года и 1 месяц, друзья. Знаете, что может случиться в понедельник? Знаете, нет? Будильник зазвенит опять. Вам нужно будет опять на работу вставать. Опять вы пойдете на работу. И будете работать и думать о том, что опять же наступит, когда же наступит опять вечер, когда же я вернусь домой. Опять вторник наступит, среда, четверг. Все одно и то же. Вы будете думать о том, что была у меня возможность, я ее не взял. Вы можете это изменить, друзья. Вы можете это изменить прямо сейчас. Прямо сейчас. Друзья, если у вас сейчас вопросы, кстати, появились, вы можете мне их задать прямо в чате. Я на них сейчас буду отвечать. Вы пока задавайте мне, я пока их буду смотреть. Вы, пожалуйста, пишите. Я пока и буду смотреть, в общем, передаю слово Паше.
Он расскажет, что нужно сделать вам прямо сейчас, помимо того, что вопросы задавать. Он вам расскажет дальнейшие действия, что сделать, чтобы изменить свою жизнь. Паша, тебе слово. Алло, да, Николай, слышно меня нормально? Да, я тебя слышу. Отлично, надеюсь, наши слушатели меня слышат также. Дорогие друзья, рад, что вы прослушали наш последний четвертый мастер-класс в серии. Николай, огромное спасибо за отличную подачу информации. Наши слушатели, ну, в общем-то, со мной на пару, узнали такие тонкости, как настройка рекламной кампании в сети Яндекс, то есть как мы можем определить целевую аудиторию, ну, по той причине, что нельзя продать автомобиль школьнику, а самолет менеджеру среднего звена, это очевидно. Вот. Также осознали тонкости текстов и тонкости написания текстов, и что любит, где живет, и многие другие тонкости того целевого клиента, который нужен нам, в общем-то, в повседневной жизни для того, чтобы эти лендинги продавать. Дорогие друзья, ну, в общем-то, Николай сейчас рассказал, что сейчас практически уже закончен набор в его последний авторский тренинг. Я бы хотел заострить ваше внимание, что проходить он будет вживую, то есть Николай, это не будет запись, это не будет какое-то удаленное общение в формате текстов. То есть тренинг будет сочетать в себе как вебинарные встречи, то есть вот как мы сейчас с вами встретились, то есть вы сможете задавать Николаю вопросы в тексте, и, соответственно, Николай вам будет уже вживую на это отвечать. Также в нашем тренинге присутствует и, соответственно, домашние задания, которые вы будете получать уже у нас на форуме. Также хочу сказать, что домашнее задание без проверки – это не очень толковое обучение получается. То есть результат вы как таковой не получите. И именно поэтому в нашей программе предусмотрена проверка домашних заданий лично Николаем Спиряевым. Николай упомянул, что дается 100% гарантия, что ваше домашнее задание будет проверено, и вы получите свой результат вот в данном тренинге. Соответственно, дорогие друзья, буквально секундочку, сейчас я открою слайд. Так, пожалуйста, отпишитесь, видно ли что-нибудь? Есть ли изображение? Так, вот мне пишут, что изображение, как я понял, есть. Буквально секунду. Так, все видно, отлично. Дорогие друзья, у нас сейчас действуют вот следующие стоимости на тренинг Николая. Но я не хочу, чтобы вы сразу пугались этих огромных цифр. Не зря я вначале говорил, что будет приятный подарок, поскольку это наш последний завершающий серию из четырех вебинаров, выступления Николая. Так вот, я немножечко пройдусь по программе. Как вы видите, у нас есть всего три уровня. Уровень первый – это разгон, в котором вы получите пошаговую технологию создания сайта за вечер благодаря программе Adobe Muse. Я немножечко поясню. То есть здесь вы получите только технологию создания сайтов. То есть если вы чувствуете себя мастером и специалистом по привлечению клиентов, в общем-то этот уровень вам может подойти. Но я хочу сказать, что очень большой ошибкой было бы упустить возможность обучиться у Николая в его курсе по лендингам. Плюс так получается, что создать лендинг – это полдела, необходимо еще и найти целевого клиента. Таким образом, в курсе у нас сочетается и создание лендингов, и подготовка рекламных кампаний. И таким образом, второй уровень, уровень взлет, у нас сочетает в себе уровень разгон, где вы можете ознакомиться с тем, как создавать лендинги красивые, сочные, продающие, то есть как раз такие, которые нужны заказчикам, то есть такие, за которые заказчики готовы платить и выстраиваться к вам в очередь. В общем-то, это проверенная практика, потому что с Николаем общаюсь, знаю, насколько все у него сейчас плотно по созданию лендингов. Вот. И второй блок – это детально проработанная методика привлечения клиентов из Яндекс.Директа.
То есть это не просто обучение, что вы можете сделать, что сделайте то-то, получите это. Здесь у вас будет проработано по шагам, что вам нужно сделать, чтобы пришли клиенты. То есть это готовая пошаговая инструкция. Также она у нас состоит из 10 уроков. И, то есть первый блок 10 уроков, второй блок точно так же 10 уроков, и вы научитесь создавать лендинги и максимально быстро привлекать клиентов. Хочу сказать, что привлечение клиентов идет без каких-либо некомфортных холодных звонков, без какого-то навязывания своим знакомым или друзьям, а вот я создаю, вот там расскажи. Это все я понимаю, что это очень некомфортно. Именно благодаря Николаю вы сможете получить готовую технологию привлечения. Ну и, конечно, уровень третий у нас присутствует, форсаж, то есть для людей, которые решили, что они окунаются с головой в это направление, по той причине, что здесь на первом блоке вы обучитесь созданию сайтов, второй вы сможете привлекать клиентов, и третий блок, в общем-то, гвоздь программы, по той причине, что бывает вам необходимо делать сайт с нуля, то есть вы начинаете благодаря программе Adobe Muse редактировать сайт, и после этого представляете его клиенту уже на вердикт, на суд. Но существуют часто ситуации, когда бизнесы очень схожи, и вы сможете взять готовый скрипт уже недавно созданного, ну, скрипт слишком сложно звучит, готовый уже недавно созданный сайт, просто немножечко переделать тексты, переделать какие-то контактные данные и предоставить его уже новому заказчику. И по опыту очень часто людям этого хватает, потому что сайты, которые вы сможете создавать, пройдя курс Николая, они будут очень конкурентоспособные. И я более того скажу, 10 тысяч рублей – это достаточно невысокая цена, потому что в среднем по рынку есть и 20, и 30, и даже 50 тысяч рублей. Вот, таким образом, дорогие друзья, курс у нас начинается 15 сентября, то есть это уже послезавтра, в понедельник. По длительности он проходит у нас до 15 октября, то есть это целый месяц полноценно. Вы сможете получить всю вот эту выжимку знаний, которую Николай собрал за 3 года своей практики и работы в этой сфере. Я считаю, что вот эти суммы, которые указаны ниже, это совершенно низкий, совершенно неадекватный вариант того, что Николай выдает вам вот на этом тренинге. То есть 3 года опыта, это стоит гораздо больших, сами меня понимаете, что информация достаточно ценная. Вот. Плюс ко всему, я хочу сказать о том, что Николай говорил о закрытой группе по Яндекс.Директу. Я немножечко поясню. Она у нас предоставляется участникам блока «Взлет» и участникам блока «Форсаж». То есть я также поясняю, что группа у нас бессрочная, то есть она будет закрытая, конечно же, чтобы чтобы не каждый мог к ней получить доступ. И в группе вы уже сможете общаться непосредственно с Николаем Спиряевым. Помимо форума у вас еще будет доступ к группе, где по Яндекс.Директу вы сможете задавать все вопросы. Соответственно, блок «Взлет» и блок «Форсаж» имеют такие возможности. И теперь, дорогие друзья, приятный подарок, о котором я упомянул в начале. Поскольку у нас это последний вебинар и группа практически набрана, и мы вот хотели бы сделать подарок нашим слушателям, стоимость сегодня у нас на 30% меньше. Я хочу сразу сказать, что у нас на первых вебинарах была скидка 50%, и мы тогда сразу говорили, что, пожалуйста, не тяните время, это реально шанс изменить свою жизнь. То есть тут просто нужно делать. То есть тут нет такого понятия, что не получится. Здесь просто нужно делать и идти до конца. А живое общение с тренером даст вам необходимый результат. Так вот, первый вебинар слушатели получали скидку 50% и не верили нам, что дальше будет скидка меньше. Но мы подтвердили их ожидания, в общем-то, и уже на следующем вебинаре скидка была 40%, и те, кто не оформляли раньше, уже в определенной степени потеряли. Теперь же, дорогие друзья, последний наш вебинар и последняя возможность сегодня выставить счет со скидочкой 30%. То есть итоговая стоимость наших блоков, вот она указана ниже. Блок «Разгон». У нас идет, опять красивое число, 5586 рублей. «Взлет», соответственно, 8386 рублей. И «Форсаж» 13986 рублей.
Вот такие вот ценники у нас присутствуют. Хочу также упомянуть, что скидка у нас действует по традиции до 12 часов вечера по Москве, потому что мы, как организаторы, решили поощрить и поддержать людей, которые решительные и которые быстро, ну, быстро принимают решения. То есть я хочу изменить свою жизнь, я это сделаю. И таким образом, дорогие друзья, вот есть такая возможность сейчас у вас, 30% скидка до 12 часов вечера субботы по московскому времени. Так, сейчас у нас по Москве, я вижу, 8 часов 30 минут, то есть порядка 3,5 часов у вас еще есть. Вот. А по поводу сроков оплаты, после того, как вы выпишете счет, у вас есть времени до воскресенья, до 4 часов дня, до 16:00 по московскому времени вы можете этот счет оплатить. Вот служба поддержки подсказывает, что уже есть вопросы касательно того, чтобы эти сроки продлить. Но я думаю, ну, пока такого решения нет, пока что до воскресенья, до 4 часов дня вы можете скидочку, вы сможете этот счет оплатить. Вот, дорогие друзья, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, потому что, как Николай сказал правильно в начале своего вещания, что в понедельник может опять зазвонить будильник, и вы будете проклинать, что вы не были достаточно решительны сегодня, а отложили это на какое-то время вперед. Вот. Также, дорогие друзья, возникают очень часто вопросы с оформлением счетов. Как же выставить, собственно, так, буквально секунду. Как же выставить счет? Как, куда нажимать? То есть у нас служба поддержки постоянно завалена этими вопросами. Сейчас я вам поясню. Значит, у нас в чате должна быть ссылочка на заказ. Соответственно, кликнув по ней, вы попадаете на наш сайт. Вот, собственно, landing page, info-DVD. Соответственно, вам здесь нужно выбрать необходимую версию тренинга, ну, которая вам наиболее близка. Я бы от себя, конечно же, рекомендовал форсаж, потому что тут ваши результаты максимально быстро придут к вам. Соответственно, вам нужно нажать кнопочку «Заказать». После этого вы попадаете на форму заполнения оформления заказа. Здесь вам просто нужно ввести ваши данные. Так, что-то шрифт не переключился. Так, вот. Пожалуйста, вводите корректное имя, фамилию и, самое главное, правильный e-mail, потому что на него к вам придет ссылочка об оплате, чтобы вы могли, соответственно, этот счет оплатить. И после этого на эту почту к вам будут приходить оповещения об уроках. Если вы задали вопрос Николаю, и он вам ответил, на эту же почту вам придет ответ, что вы получили ответ на ваш вопрос от автора. Соответственно, важная почта – это очень ключевой, скажем так, момент заполнения заявки. И второй немаловажный момент – это ваш телефон. Пожалуйста, указывайте верный номер телефона по той причине, что если у вас возникают вопросы, наша служба поддержки может помочь вам голосом. То есть вы просто пишете, просто у нас есть кнопочка «Заказать звонок», кликнув по которой, сразу же операторы нашего центра видят, что с вами нужно связаться. Спустя какое-то время они могут вас набрать и помочь вам голосом, что очень, в общем-то, немаловажно в наш век технологий, когда десятки тысяч кнопок и ничего нигде не понятно. Бывает порой. Вот. Ниже идет купон скидки. Пожалуйста, оставьте все как есть. Тут непонятная совершенно последовательность чисел. Вот. Но, тем не менее, именно она дает вам скидку в 30% на тренинг, который сейчас у нас Николай презентовал. Соответственно, как только вы заполните эту форму, вы нажимаете «Продолжить», и получаете и попадаете у нас на форму выбора способа платежа. Таким образом, у нас есть тут их великое множество, и WebMoney, и Яндекс, и Kiwi. То есть, если вы в этом разбираетесь, то, пожалуйста, вы можете использовать эти способы. Для наиболее консервативной части наших слушателей я рекомендую кредитную карточку, потому что это все достаточно просто. То есть, нужна сама карта и, пожалуй, вот нажать вот на эту кнопку, кликните, чтобы перейти к оплате. Собственно, здесь нужно заполнить все поля, то есть 16-значный номер, срок действия
имя владельца и CVV-код с обратной стороны. После этого вот есть кнопочка «Оплатить». По нажатию на нее, соответственно, ваш счет уже оплачен, и вы забронировали таким образом ваше место в тренинге. Таким образом, дорогие друзья, не теряем возможность, потому что, я повторюсь, что в этом курсе нужно только делать, и стремиться к цели. Уже далее Николай вам поможет и ответит на ваши вопросы. Ну, мне видится, что это реальная возможность изменить свою жизнь. Николай, у меня все. Я вижу, что уже и у тебя вопросов подкопилось. Правильно я понимаю? Да, спасибо, Паш, большое. Друзья, вы меня, наверное, слышите. Так, давайте теперь по вопросам вашим пробежимся. Что вы задаете, постараюсь на все ответить. Так, первый вопрос, который я вижу, Иван задает, а где нормальный бюджет можно сделать? Иван, а бюджет вы самостоятельно планируете, то есть вы его не делаете с помощью каких-то специальных сервисов, вы сами его определяете для себя, какой бюджет вы можете потратить на месяц. И уже потом, исходя из этого бюджета, уже как бы играет вся дудка. Ну, понятно? Так, читаем дальше. Если, друзья, сейчас есть вопросы какие-то, пожалуйста, задавайте. Вопрос вижу. А тренинг платный? Конечно, платный. Так. Задавайте вопросы, готов отвечать. Как наткнусь на вопрос, буду на него отвечать. Так. Алена задает. Как называется сервис для подбора ключевых слов, которые будут обучать на вебинаре? Так, на вебинаре... подбор мы не делали, Алена, как бы все это подробно будет разбираться на тренинге. Сервис называется очень просто «Прогноз бюджета», как бы, в Яндексе. То есть он есть непосредственно в самом интерфейсе Яндекс.Директа. То есть там есть ссылочка на прогноз бюджета, вы переходите в этот сервис и с помощью данного сервиса уже работаете. Так. Василий тут пишет, идеальный клиент тот, кто делает заказ при приложении минимум ресурсов и к его пробуждению. Это нелогично. Не совсем вопрос ваш. Так, идеальный клиент, вы должны понять, кто такой идеальный клиент для вас, чтобы реклама не была для всех, понимаете? Как вам сказать, есть просто контекстная реклама. То есть многие делают просто контекстную рекламу, они не делают ее как бы для клиентов, они не делают ее для целевой аудитории, они просто зафигарили ее вот по ключам каким-то. Вроде как бы ключи подходящие, и вроде как бы реклама работает. Но реклама не бьет в целевую аудиторию. А когда реклама не бьет в целевую аудиторию, когда она не показывается целевой аудитории, а показывается всем, кому не попадя, реклама теряет свою эффективность, вы теряете свои деньги на это. И она как бы в редких случаях оправдается. Практически никогда не оправдывается в таких моментах. То есть оправдается, то если ниша какая-то там у вас супер новая, и по ней еще нет конкуренции, тогда оправдается. А если есть конкуренция, то она никогда не оправдается в таком случае. Если вы не подобрали себе, не поняли, кто ваша целевая аудитория. Николай ручками делает или автоматикой? Я так понимаю, Алена, вы спрашиваете про поиск и обработку ключевых фраз. А там идет, естественно, руками, нужно головой думать. То есть нужно отбирать и сопоставлять каждую ключевую фразу к своему портрету идеального клиента. И далее как бы обработка там идет, вот именно минус слова, допустим, можно добавлять вот в полуавтоматическом режиме. То есть там очень легко также делать выборку по ключевым фразам, которые подходят, которые не подходят. То есть это сервис, который это позволяет сделать, так сказать, в полуавтоматическом режиме. Так. Друзья, задавайте вопросы. Да, я сегодня вас дразнил, не спорю.
Это была моя стратегия сегодня. Так. Юля спрашивает, у кого я учился у Директа? Юля, честно говоря, я учусь у многих авторов, и я, в принципе, список достаточно велик. Сейчас я его сужаю, сейчас я перехожу на как бы на американцев. То есть, как вам сказать, понимаете, контекст на рекламу, тот же Google, есть ребята, которые очень серьезные в Америке, у которых действительно стоит поучиться. Вот я сейчас перехожу на них. То есть в основном как бы занимаюсь сейчас там. На англоязычный рынок, так сказать, перешел уже. Так. Так, вот мне в скайпе тут вопрос задали. Можете привести примеры хороших дескриптов у вас или ваших учеников, чтобы понять ваш уровень? Дескрипт. Интересное слово, честно говоря, никогда его не слышал. Смотрите, на самом деле, вот как бы можно взять моих учеников, которые проходили мой прошлый тренинг. Мы как бы отзывы собирали сразу. Буквально, вот когда тренинг прошел, вот интернет-магазин за 20 дней, да, вот, мы отзывы сразу собирали. То есть буквально у людей не было там совсем никакого временного промежутка. То есть тренинг закончился, мы сразу отзывы собрали. Как бы и все, что там успели, люди написали, то есть то, что они сделали. Вот. Но по прошествии времени, допустим, я вот подружился с некоторыми клиентами вот в рамках тренинга, я с ними до сих пор общаюсь, вот, и про них вот я могу рассказать. То есть, есть вот, допустим, Наталья, мы с ней как бы переписываемся, вот, она создавала рекламную кампанию для своей как бы, компании, она SEO-шница, создавала рекламную кампанию для интернет-магазина, в котором она работает. То есть она увеличила оборот практически в 4 раза. То есть у них оборот был один до того момента, как она пришла на тренинг, когда она все это применила на практике, причем применила, как она сказала, не до конца, то есть оборот увеличился в 4 раза. А вот. Есть Светлана Воронова, то есть человек, который создал интернет-магазин и сейчас, вот, насколько я знаю, то есть она уволилась с работы, то есть она занимается только интернет-магазином, она мне регулярно пишет благодарственные письма вот, с тем, что спасибо, что все-таки я попала на ваш тренинг, спасибо, что вы научили, потому что, говорит, сейчас как бы, вот этот действительно единственный доход, который я как бы использую в своей жизни. Вот. Далее, конечно, она что-то, какие-то проекты у нее есть в задумках, ну, она их сделает без проблем, то есть запустить для нее проект, допустим, сейчас какой-то новый в интернете, это не проблема, потому что Яндекс.Директ освоен. Вот, то есть, ну, в сфере своих, как бы, моментов разные какие-то есть. Сейчас я вспомню что-нибудь своего. Допустим, по сайтам, да, вот близкая тема, по сайтам. Я уже озвучивал, кстати, на вебинаре. У меня бюджет был рекламной кампании $50. Я тогда на Joomla работал еще. У меня заказов пришло, причем пришло это заказов не за месяц, а за неделю, вот на 300 тысяч рублей. То есть 300 тысяч рублей, по моим деньговым меркам, это 1,5 миллиона. Ну, в принципе, как бы вот так вот. Был такой результат. Сейчас как бы я не беру такое количество заказов. Тогда просто я экспериментировал, я набрал команду разработчиков, насколько помню, вот, набрал заказов, раздал эти заказы разработчиков. Я могу сказать, что они меня как бы очень сильно подвели, все эти мои разработчики. Тестовые задания не прошли, а реальные задания, они там сдулись просто. И в итоге мне пришлось там сливать клиентов, как это ни прискорбно звучит. Вот, ну, 70% тогда слил. Вот, и тогда вот конкретно отбор прошел по моей, так сказать, команде по разработчикам. Вот, остался один вот, из тех, кого я тогда набрал. До сих пор, кстати, он со мной. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Не знаю, как вас зовут. Мне это в чате задали вопрос. Так. Далее смотрю. Друзья, если есть вопросы, задавайте.
Я немножко, кстати, подустал. Энергию, наверное, вам отдал всю. Так, вот, Николай, во сколько начинаем в понедельник? Начинаем, я думаю, что часов в 9, как вебинар. Задание вы получите с утра. То есть, вы, как бы, видеоуроки у вас будут уже с утра, а вечером уже будут вебинар. То есть, вводный вебинар, в котором мы разберем всю программу тренинга, которую предстоит вам пройти. Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если не регистрировать ИП? Не назвались. На самом деле не могут они возникнуть. В принципе, так, не скрипт, это заголовок, мне говорят. Хорошо, но я не силен в русском языке. Тройка у меня там была. В литературе тоже не любил. Проблемы с налоговой возникнуть не могут. У меня, по крайней мере, не возникают. Вот, я вам, как бы, не знаю, раскрывать, не раскрывать, расскажу. Пускай налоги послушают. Я на самом деле не через, допустим, через свою ИП-шку, через свой расчетный счет стараюсь не проводить там, вот, как бы, клиентские платежи. Вот честно, они мне все переводят на физлицо. Но как бы печать, которую я ставлю, то есть я ставлю свою ИП-шную печать. То есть я это делаю в том смысле, чтобы платить меньше налогов. Вот, все просто. То есть проблем никаких не было в течение 3 лет. Вот. Надеюсь, вы не расскажете налоговой. Есть ли у вас сертификат по Яндекс.Директу? Петр спрашивает. Петр, я не задавался себе такой задачи, то есть я его не получал. Хотя у меня была, как бы, такая возможность, как бы, чтобы получить сертификат, нужно быть агентством. Я агентство, как бы, когда начинал только работать с директором, я его сразу открыл, а потом, ну, как вам сказать, потом понял, что это, во-первых, огромный минус, когда клиенты видят, что я агентство, потому что многие клиенты с агентствами сталкивались, агентства делают рекламу ужасно совершенно, они делают для того, чтобы человек слил бюджет, а не получил результат, потому что они зарабатывают процент слитого бюджета, понимаете? То есть, и когда клиенту, допустим, показывают, что ты агентство, они настороженно к этому относятся. Поэтому я решил, как бы, с агентством не связываться и, в принципе, как бы, сертификаты никакие не получал. Вот. Хотя, если есть желание, вот, если хотите, там, в принципе, это получить несложно. То есть получить сертификат от агентства, то есть нужно просто стать агентством, получить заказ, провести там, и, я думаю, дальше все просто. Такой, это, как бы, понять, сертификат — это просто бумажка, она ничего не значит. Так. Так, так, так. Так, супер успешный сайт. Ага. Про какой сайт вы говорите? Я не понял, Александр. Друзья, вопросы задавайте, я не вижу вопросов. Так, вот Александр спрашивает, есть ли договорная цена курсов, рассрочки. Это вопрос не ко мне, скорее это вопрос вот, непосредственно в издательство, ребятам, которые занимаются этим вопросом. То есть можно задать службу поддержки, либо вот ребята, которые здесь есть, вот Андрей, если ты есть, вот, если ты знаешь ответ на вопрос, пожалуйста, ответь на данный вопрос. Я не знаю ответ на данный вопрос. Друзья, неужели у вас вопросов нет? Не может такого быть. Неужели вам все понятно? По теме вопросы есть? Что вам непонятно? Вот мне сразу там писали, что что же там, где же тема, когда будет тема? Ну вот, пожалуйста, друзья, давайте, где вопрос? Я готов на них отвечать. А, что ж, друзья, я жду еще минутку. То есть, если вопросов нет, то, в принципе, тогда я думаю, что встречу можно завершить. А вот, еще раз напомню, что буквально в понедельник мы начинаем тренинг. Если вы действительно приняли решение уже для себя, то можете прямо сейчас выписывать счет, оплачивать его, и до встречи на тренинге. Я думаю, что мы с вами сделаем
И я оправдаю все ваши ожидания. То есть в любом случае, как бы, я уверен, что я оправдаю ваши ожидания. Потому что по-другому не будет. То есть если вы поймете, что как бы, то, что я вам буду давать на тренинге, ну, не стоит тех денег, которые вы заплатили, пожалуйста, вы можете легко их вернуть. А можно еще раз, в каком режиме проходит обучение, в какой половине дня ежедневно? Денис, смотрите, какой момент. То есть вебинары будут проходить, естественно, в вечернее время, потому что оно более удобное для всех. Потому что там кто-то, может быть, работает на работе, кто-то не работает, может, уже на работе. Да? Но вечернее время удобное. Удобное как для меня, так и для вас. То есть вы сможете, вы будете получать каждый день видеоуроки, то есть по теме. Эти видеоуроки просматривать и выполнять домашние задания. То есть в процессе дня вы можете задавать мне вопросы. То есть вопросы задаете прямо там в чате, не в чате, в форуме задаете вопросы. И то есть я в течение дня эти вопросы вижу, я на них отвечаю. То есть я стараюсь до конца, до начала, допустим, какого-то нового вебинара закрыть все вопросы. Закрываю их в разном формате, в текстовом, в видеоформате закрываю. Вот. То есть, если там нужно, если, допустим, есть какие-то недопонимания, либо не хватает какой-то темы, то я записываю дополнительный видеоурок по новой теме, если я в ней компетентен. Вот. То есть там, в принципе, вот на вводном вебинаре я всю программу тренинга вам расскажу. То есть, как мы будем дальше работать и так далее. То есть сейчас для всех это, думаю, не актуально. А, пожалуйста, вот Александр спрашивает про сайт fistshop.ru. Сайт, сейчас я вспомню, как он называется, дам ссылку. Так. Сейчас вам я дам ссылку. Вот он, эта ссылка. Вставляю, кидаю ссылку fistshop.ru. Магазин, кстати, мы этот сделали, вот она сделала на, в рамках тренинга, а вот, причем она не знает никакого HTML, CSS и чего-то там другого. Вот, скажу сразу, что на Joomla делать сайты на порядок сложнее, чем в том же Muse. Так. Николай, помогите со скидкой 60%. Андрей, к сожалению, я не могу вам ничем помочь, то есть скидка эта прошла, и сейчас как бы немножко другие условия. Вот. Так, как говорится, кто успел, тот и съел. Так, про конверсию. Странный вопрос, Александр, вы задаете. Не заслан вы случайно к нам какой-нибудь наш последователь? Так, то есть будут приходить записи вчерашних уроков. А Денис, да, если вдруг вы не попали на вебинар, то есть в онлайн режиме, вы как бы получите запись, конечно же, сможете ее посмотреть в удобное для себя время. Так, друзья, задавайте вопросы. Что ж вы так боитесь задать? Задавайте. Друзья, на самом деле, смотрите, еще раз вот, вернемся к теме. Кто решил действительно начать, не бойтесь, начинайте, и все у вас получится. То есть, понимаете, у вас как бы буду я, человек, который поможет вам пройти данный путь. В принципе, как бы 1000 миль вот начинается с первого шага. Если вы не сделаете первый шаг, то ничего не изменится. Все в ваших руках. Мне, кстати, вот буквально на днях, вот, когда мы провели вебинар, мне написал Андрей, а мы с ним пообщались после вебинара, он написал мне такую интересную вещь, он говорит, прикинь, вот был тренинг там раньше по копирайту, вот все думают, там, что на копирайте там заработать нельзя. И в принципе, как бы, оказались все неправы, потому что, говорит, автор, который проводил, там, он с ней лично знаком, с ней, кстати, выпустил отдельную книгу по копирайту. То есть, и
человек, который, как бы его ученики, которые прошли, они реально зарабатывают там по 50 тысяч рублей в месяц, там больше. Она там говорит, она купила себе дом там новый там в каком-то районе. Вот, то есть, и, в принципе, понимаете, ваше неверие, оно, в принципе, не сыграет роли ни для меня, ни для вас. То есть, то, что вы, допустим, кто-то не захочет сегодня прийти на вебинар, на тренинг, не захочет там пойти его пройти, то есть, не поверить сейчас мне, пожалуйста, то есть, это ваше абсолютное решение. То есть, мне оно как бы безразлично, то есть, оно меня не трогает ни в каком отношении. То есть, это просто ваше решение, ваша жизнь. То есть просто если вы не придете туда, то вы упустите определенную возможность, которую я вам сейчас даю. Данную возможность я давать больше не буду. То есть я не буду больше проводить такие тренинги. Я провожу его, так сказать, первый и последний раз. По лендингам, непосредственно вот, с издательством я больше как бы не буду проводить. Так что больше не рассчитывайте. Если вы рассчитываете, что через год или там, когда у вас появятся деньги, либо когда, может быть, вы там все-таки решите, то извините, больше такой возможности не будет. Да, вот скидка, как бы, вы можете воспользоваться сейчас скидкой 30%. То есть скидка это действительно буквально до понедельника, по-моему, до 12-го. До 12, до 15, до 15. Ну, в понедельник она закончится. Прямо в 12 часов ночи. Вот. Так, Николай, небольшое пояснение от меня. Говори. Возможность, да? Дорогие друзья, смотрите, это вот тут несколько счетов упало с некорректными данными. Смотрите, мы не хотим лишний раз службу поддержки подгружать, поэтому, пожалуйста, вы счетик переоформите, потому что там у вас почта либо некорректная, либо телефончик, то есть связаться у нас с вами не получится. Вот. Поэтому, пожалуйста, переоформите счет, у кого была ошибка, кому не дошло письмо. Соответственно, по поводу скидочки, я хочу сказать, что Николай немножечко ошибся. Она у нас до 12 вечера сегодняшнего дня действует. Возможность оплатить у вас будет до воскресенья, до 4 часов дня. Вот. И, уважаемые слушатели, давайте договоримся, работаем по-взрослому. То есть, если вы выписали счет, значит, вы его оплатили. Вот. Вот такие вот правила у нас действуют, в общем-то. И группы у нас сейчас, не очень большие для... По той причине, чтобы Николай мог дать максимально хорошую, максимально полную обратную связь как на форуме в тексте, так и на вебинаре по особо крупным вопросам, по особо таким вопросам, которые требуют длительного ответа, скажем так. Ну и если возникают какие-то более непонятные моменты, то Николай уже отдельно записывает видеоурок. Вот, Николай, у меня, пожалуй, все. Возможно, у тебя подкопились какие-то вопросы. Ну вот, я вижу еще один вопрос, да. Думаю, на него еще отвечу и, в принципе, можно заканчивать. Петр задает, сколько обычно стоит услуга по рекламной кампании посредством Яндекс.Директ? На какой срок она обычно рассчитывается? Петр, смотрите, вообще, вот, я не знаю, это личный вопрос ко мне, либо вы хотите узнать, за сколько свою услугу продавать по Яндекс.Директу потом. Как бы свои как бы услуги вы сами определяете для себя цену. Я продаю услугу свою по созданию компании на Яндекс.Директ, стоит она 20 тысяч рублей. То есть туда входит в районе там, 300 объявлений. Вот. То есть 300 объявлений, 20 тысяч рублей. Плюс я потом как бы, данную компанию довожу до ума, то есть стабилизирую там как бы, трафик в рамках выделенного бюджета клиентам, немного очищу данный трафик, чтобы туда как бы приходил еще более качественный трафик, и делаю определенные моменты по ведению рекламной кампании, то есть как бы настраиваю ее более-менее нормально. Вот, то есть это делается в течение как бы, месяца. По сути, как бы настройка рекламной кампании у меня занимает в районе там, 10 дней, серьезное такое, где-то там 300-500 объявлений, вот такая. То есть если, допустим, человек хочет, чтобы у него было там 800 там объявлений, например, да, больше объявлений, чтобы он хочет, допустим, больше охватить аудиторию, то как бы увеличивается цена кратно объявлением, все просто. Вот. Далее идет уже введение рекламы, да, то есть
Человек понимает, что нужно еще с рекламной кампанией работать. Ему нужно это показывать, объяснять. Если он это не понимает, он поймет, когда вы перестанете с рекламой работать. Потому что с рекламой не работает человек, да, то с ней начинает приходить трафик хуже. То есть человек получает результат, начинает меньше. И в итоге он возвращается к тому, что надо у вас заказать ведение рекламы. Ведение рекламы я продаю за 10 тысяч рублей в месяц. Так. Что ж, друзья, пожалуй, все. Благодарю тогда вас за внимание. Рад, что вы сегодня посетили нас. А те, кто принял решение, пожалуйста, переходите по ссылке, которую вы видите в чате. Выбирайте нужную для себя, подходящую для себя, так сказать, опцию. И до встречи на тренинге. Буду рад вас увидеть в понедельник. Все, пока-пока.